А сейчас мы выправим. Это на пройме. Убрать что лишнее? Вот это? Боковинку загнать туда, да. Нет, не получится уже. Говорите вот на камеру, на камеру. Вот смотрите, девочки, на камеру, да? Прекрасная спинка. Давайте покажем спинку. Смотрите, как сидит бесподобно, да? Прекрасная выкройка. Но в моделировании допущена ошибка. То есть, когда вы рисуете несущую сторону своего рельефа, вы в свое время смотрите вот на эту серединку. И относительно вот этой серединки вы зачем вот сюда нарисовали вот такую вот зигзагу? Надо было нарисовать вот так. Вот так, чертите, вот так. Чертите, вот так, ну ничего не чертит. Что не чертит. Карандашом таким уж. Да мило, нет, уж не буду карандашом. Да? То есть вот надо было нарисовать вот так, вот так, вот так. И вот этот кусочек, и по этому кусочку уже надо было разрезать. Ну, да. Вот так вот надо было сделать. И тогда, вот видно хорошо. И смотрите, и тогда вот эта линия была бы совершенно другой. Правда? Еще смотрите, вот здесь много. Вот это ломает шейка. Чтобы шея вот это не ломала, все. Ну, во-первых, надо, хоть у нас и этот жакет, он да? Просто как накидка. Как накидка. Мы все равно должны центр совместить. Вот мы центр совместили, как бы мы застегнулись. Потому что без этой застежки, без совмещения, у нас не видно общей картины. Вот так, неправильно я заколола, да? Видите как? Приехали. Да. Там вот так рассечки вот. Где-то были. Вот здесь у нас ниточка стоит по центру. Вот так вот правильно. То есть Оля все полосочки подогнала. Вот сейчас вот правильно заколола, да? А теперь видите вот это все хозяйство? Значит, я рисую в готовом виде стойку. Сзади хорошо. На шее надо, чтобы вот так было. Видите? И вот эта линия уходила дальше куда-то вот сюда. У меня не отложной, да. Да, то есть вот я по ней загибаю. Вот так вот. Вот так у нас будет выглядеть. Вот эта стоечка. Понятно? Это без припусков. То есть, в котором это вид без припусков. Это все, да? И по этой линии Оля поставит ниточку. Поставит ниточку. И тогда смотрите, как хорошо плечевой пояс у нас ложится. Вот здесь вот все рассчитано. Да, здесь что-нибудь оттопыривается. Да. Ну, а здесь, конечно, у нас пройма маленькая. Поэтому я рисую конечную точку плеча. И вот так вот рисую, сколько нам надо вот здесь впереди вынуть. Прям вот так глубоко, да? Да, да. Потому что, опускай ручку. Находим вот эту вот ямку. На ней делаем отметку. И уже вот так наверх. А спинкой повернемся. А на спинке, смотрите, ничего нет. Вот ямка. А это припуск. Припуски. Все ну, хорошо. А внизу надо чуть-чуть? А внизу. А вот давайте посмотрим внизу. А внизу не тоже надо. Ничего не надо. Тут не собирается, ну, не заминается. Там, да. То есть пройма высота, высотой нормальная. Теперь мы берем в руки рукав. Правый. Но она похудела, вот здесь еще можно больше забрать. Не, но в свободном варианте. Я поем. Да, не надо. Обтручку, Оля. Вот. Находим вот эту серединку, подгибаем 1.5 сантиметра припуска и эту серединку прикалываем к нарисованной линии проймы булавочкой. Вот это первая булавочка. Так, теперь смотрите, вот так поддергиваем немножко рукавчик, устанавливаем его, загибаем вот здесь 1.5 сантиметра и прикалываем к нарисованной линии проймы. Вот так вот прикололи чуть-чуть. Так, и то же самое делаю на спинке. Конечно, поднимаю повыше, что у меня здесь будет посадка. Да, у меня я ночью уже не стала машину исключать. Смотрите, мне кажется, у нас рукав широковат. Явно. Так, и договариваемся с собой, какой длины нам сделать. Вот так нормально? Еще можно. Чуть-чуть можно. Что? Этот рукав широковат. Широковат. Я бы по 5 миллиметров по всей длине его забрала. Угу. Все. Наверх, да? Ну, в смысле, по швам. По всем швам. По всей длине. Сделала бы его поуже. По потому что явно великоват. Подкладки не будет. Это не пальтовый вариант. Это летний такой легкий вариант будет. А если мы уберем, он на закат не будет меньше тогда? Он и будет он меньше. И будет хорошо. Потому что его много. Не посадить в маленькую пройму вот это все.
не посадить. Видишь, широковато немножко. Так, ну, вот да, по чуть-чуть хочется его вот так вот оттягиваем и сюда ставим, допустим, булавочки. Вот так вот, 5 миллиметров хочу забрать по этому шву, и до конца у нас так будет, да? И вот по этому шву 5 миллиметров забрать, я буду ставить вот так вот булавочку. До конца забираем. Все. Вот на этом примерка закончена. Молодец, Оля. Понятно?